Руководство Гродненского региона встретилось с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Беларуси Башалиевым Ульви Вагиф-Оглу. Взаимовыгодное сотрудничество планируют развивать в сельскохозяйственной сфере. Поставка техники, продукция деревообработки и пищевой промышленности, а также в машиностроении. Товарооборот между странами за год вырос вдвое. В 2021 он составил 885 миллионов долларов. Известно, что в прошлом году объем внешней торговли по Гродненской области с Азербайджаном составил 17,5 миллионов долларов. Около 40 предприятий региона осуществляют поставки в Азербайджан. Встречные поставки – тоже достаточно широкая номенклатура. Мы видим и азербайджанские фрукты, овощи. Я считаю, что большой туристический потенциал имеет развитие сотрудничества с Азербайджаном. Поэтому точек соприкосновения у нас очень много, и я очень рад, что азербайджанская сторона заинтересована к углублению, развитию нашего сотрудничества.